Парни, девчонки, всем привет! Данный видеоролик мы записываем после дождичка в четверг 25 мая. И сегодня речь пойдет про реально возможные скидки на модельный ряд компании Mazda. Я вам расскажу, какую скидку можно выбить, покупая автомобиль за наличный расчет. Без трейдинов, без кредитов, без оформления каска в салоне. Но про все это я обязательно скажу в конце ролика. На чем я буду основываться, называя следующие цифры? Ну, во-первых, вы знаете то, что я сам являюсь владельцем Mazda. И когда я покупал свой автомобиль, я обзвонил каждого дилера в городе Москва, а их там находится аж 13 салонов. Во-вторых, среди вас, зрителей, тоже очень много владельцев Mazda. Троек, шестерок, своих с пятых. И когда вы покупаете машину, вы периодически мне пишете о том, что смотри, купил машину, получил вот такую скидку, такие-то подарки. Это тоже идет во внимание, как общая некая статистика. В-третьих, я общаюсь с менеджерами по продажам. И они мне периодически открывают некие свои секреты, которые я также анализирую, и из которых я могу делать некие выводы. Ну и в-четвертых, на прошлой неделе я, так сказать, прощупал почву, опять обзванивая салоны, интересуюсь различными автомобилями. Поэтому, если кто-то усомнится в достоверности информации, но ты реально хочешь купить автомобиль, вот только тогда пиши, звони, спрашивай, будем общаться, я тебе подскажу, расскажу, где и при каких условиях можно получить данные скидки. Кому не надо и кто просто с этим не согласен, то считает то, что я придумываю, сочиняю, но извини, тебе доказывать, к сожалению, ничего не смогу. Я знаю то, что не всем зрителям канала будет интересна данная тема, поэтому, друзья, специально для вас краткий анонс. На этих выходных мы будем снимать два автомобиля. Первый – это будет Opel Astra трехдверный 2013 года выпуска с автоматической коробкой передач. Расскажем все плюсы и минусы данного автомобиля, там есть про что рассказать. Второе – вчера все, кто подписан на инстаграм-канал, знают о том, что мы с друзьями ездили покупать им Lexus ES250 в F-спорте. Поэтому мы сначала снимем ролик про него, где мы расскажем также плюсы-минусы автомобиля, обо всем поговорим, и следом запишем второй ролик, который будет называться из серии «Как купить автомобиль на вторичном рынке» или «С чем ты можешь столкнуться». Он будет по-любому интересен всем тем, кто сейчас планирует покупку автомобиля на вторичке, потому что мы 2 недели занимались подбором автомобиля, и поверьте, нам есть что вам рассказать, а вам будет из чего сделать некие выводы и собрать полезную информацию. Итак, мы не будем размазывать кашу по тарелке, и мы начинаем прямо сейчас. И первый, с кого мы начнем, это автомобиль Mazda 3. Друзья, на официальном сайте цены стартуют с 1 миллиона 130 тысяч рублей и доходят аж до 1 миллиона 356 тысяч рублей. Многих это удивляет, многие говорят, что цена неоправданно высокая. Но здесь кратко хочу сказать, все автомобили произведены непосредственно в Японии, и именно поэтому такая цена. Говорят то, что где-то там уже не за горами сборка начнется опять-таки в России, и поэтому цены на автомобили упадут. Сегодня, если вы отправитесь кататься по автосалонам в поисках нужной вам комплектации и цвета, вы обратите внимание, то, что машина действительно редкая, и вам ее еще придется поискать. Тем не менее, машины привозят под заказ и их продают. А, соответственно, делают на них также скидки. И максимально возможная скидка на данный автомобиль составляет порядка 100-120 тысяч рублей. Она может достигаться разными способами. Ну, например, смотрите, условно, вы покупаете автомобиль определенной комплектации, и вам могут предложить 50 тысяч рублей скидка деньгами, и плюс 50 тысяч рублей вы можете на эту сумму набрать различного доп. Оборудования. Или же вам могут предложить комплект резины. Средняя цена скидки составляет порядка 40-80 тысяч рублей. Но вы должны понимать следующее. Приходя в автосалон, не стоит говорить о том, что я знаю, что максимально возможная скидка 1100, поэтому давай-ка срезай мне и отдавай мне этот автомобиль. Нет, вполне возможно, что вы придете, вам скажут 20 тысяч плюс защита картера, либо забираете, либо до свидания. Такое тоже может быть. Поэтому нужно оказываться в нужном месте в нужное время. И бывают различные варианты, когда, например, вы присматриваете автомобиль черного цвета, а он популярный, его найти будет сложнее, а вот серый цвет или какой-нибудь другой цвет, который менее популярный, вам предложат с хорошей скидкой. Всегда стоит обзванивать каждого официального дилера на наличие автомобиля с самым выгодным предложением именно для тебя. Вторая модель, о которой мы поговорим, это, конечно же, Mazda 6. Кто бы что ни говорил, машина пользуется своей популярностью и, в принципе, хорошо продается. Так, например, автомобили, произведенные в 2017 году, первая партия, привезенная на Москву, уже практически продана. Прийти в салон, найти нужную комплектацию и нужный цвет, это тоже сегодня будет, даже, я бы сказал, некой сложностью. Продавая названную модель, дилер действительно зарабатывает. Вы все прекрасно знаете то, что перед каждым официалом всегда стоит план на каждый месяц продать определенное количество автомобилей. И именно Mazda 6 помогает его выполнять.
Цены на названную модель начинаются от 1 миллиона 324 тысяч рублей и доходят аж до 1 миллиона 974 тысяч рублей. Но это самая топовая версия с дополнительным пакетом. На основании такого разброса цен вы также получаете разброс по скидкам. А они начинаются от 50 тысяч рублей и доходят до 200 тысяч рублей. В среднем я вам приведу простой пример. Машина Mazda 6 с двигателем 2 литра, комплектация актив, стоит по прайсу 1 миллион 404 тысячи рублей. Сегодня ты можешь ее забрать за 1 миллион 300 тысяч рублей. Автомобиль Mazda 6 с двигателем 2.5, комплектация Supreme Plus, считается полная комплектация, стоит по прайсу 1 миллион 634 тысячи рублей. Вот этот автомобиль ты можешь купить со скидкой до 200 тысяч рублей. Средняя скидка составляет 100-180 тысяч рублей. И здесь вся та же ситуация, как и с предыдущим автомобилем. Нужно искать, смотреть, оказаться в нужном месте в нужное время. И тогда ты получишь хороший вариант. Те, кто спешат, хотят прийти и получить автомобиль здесь и сейчас, вы, как правило, получаете стандартные предложения. А тот, кто готов ждать, не торопится, словно кобра замирает в кустах, ждет лучшего предложения и потом так раз его хватает, вот тот получает всегда хорошие скидки и хорошие подарки. Третья модель, о которой пойдет речь, CX-5. Многие владельцы или потенциальные клиенты прекрасно уже знают о том, что вот со дня на день в Россию должны привезти новый CX-5. Я вам по секрету открою разведданные. Автомобиль тестовый придет примерно в середине июня, и я, конечно же, сразу поеду его снимать, чтобы вам показать, что же в нем изменилось. Так вот, продажи начнутся примерно с конца июня или начала июля. Цены на новый автомобиль, конечно же, вырастут, но незначительно. К каждой комплектации вы можете плюсовать порядка 50 тысяч рублей. Но всем, кому не терпится узнать, что же там изменилось, эта информация уже, в принципе, есть в открытом доступе, так как это только в Россию нам его привозят, а в других странах он уже давным-давно продается и катается. Так вот, на основании того, что уже совсем скоро приедет обновленная модель, дилеру сейчас стоит задача номер один – продавать оставшиеся X5. Поэтому, придя в салон, ты наверняка можешь столкнуться с такой ситуацией, когда ты приходишь посмотреть Mazda 6, а тебе скажут: а зачем тебе Mazda 6? А вот присмотрись, CX-5, полноприводный, машинка повыше, есть, в принципе, все то же самое. Будут пытаться тебе всунуть то, что тебе не нужно, но им это нужно продать. Это нормальное явление для дилеров, сами понимаете, ты хочешь купить, а ему нужно продать. И как говорится, предупрежден значит вооружен. Если ты хочешь купить себе все-таки CX-5 и тебя не смущает предыдущая модель, ты можешь приходить и давить на дилера. Скидки, которые ты можешь получить, это порядка 100-200 тысяч рублей. Ну, максимум 250, если будет идти речь о самой топовой версии и в каком-нибудь необычном цвете. Средняя же скидка на автомобили не самых базовых и не самых топовых версий составляет от 100 до 180 тысяч рублей. А теперь, когда мы проговорили про каждую модель отдельно, давайте обсудим ряд самых часто задаваемых вопросов, когда человек приходит покупать автомобиль. И первый из них – это как же выгоднее покупать, за наличный расчет или в кредит? Так вот, многим кажется, что приходя в салон с деньгами, с такой пачечкой денег, 5000-ных купюр, дилер должен крутиться вокруг него, ему это должно быть интересно. Этот кэш он хочет положить к себе в кассу. Но на самом деле это далеко не так. Сегодня многим дилерам выгоднее продавать автомобиль вам именно в кредит. Наверняка те, кто покупал автомобиль за последний год, столкнулся с тем, что, приходя в салон, всегда говорят: а вы рассматриваете покупку в кредит? У нас сейчас очень хорошее предложение, очень низкий процент, действуют различного рода программы. Почему? Да потому что с этого кредита, когда вы оформляетесь, они также получают некий бонус. Это раз. Более того, покупая автомобиль в кредит, вы как бы уже делаете каск. А делая каск, они также вам начинают предлагать сделать ее непосредственно у них. Конечно, вы можете сделать каско на стороне, но дилер или конкретно менеджер по продажам всегда будет настаивать на том, что лучше оформить ее у них. В этой ситуации всегда читайте внимательно договор. Именно договор с банком, у которого вы берете деньги в кредит. Там может быть прописано следующее, что от вас нужно застраховать автомобиль только угон и тотальное уничтожение. А вам могут впаривать именно полную каску, которая стоит гораздо больше. Вторым вопросом, которым ты можешь задаться, это покупка автомобиля в трейд-ин. Так вот, если ты владеешь автомобилем 2-3-годовалым, то тебе выгоднее его продавать самому на вторичном рынке. Я приведу простой пример. Условно, твой автомобиль на вторичке стоит 1 миллион 200 тысяч рублей. Если ты приедешь на нем к дилеру, то он его оценит за 1 миллион 50 тысяч рублей, это максимум. Но тут же предложат тебе дополнительную скидку в районе 50 тысяч рублей. Здесь не нужно быть великим математиком, чтобы сложить две эти цифры и получить 1 миллион 100 тысяч рублей.
1 200 000 рублей на вторичке, мы вычитаем 1 100 000, что получается 100 тысяч ты теряешь. Но он эти деньги заработает сам, когда будет продавать твой автомобиль уже на вторичном рынке самостоятельно. Но если ты владеешь автомобилем, которому уже больше 4-5 лет, а то и 7-8, то тогда есть целый смысл приезжать к дилеру на комплексную диагностику для сдачи его в трейд-ин. Почему? Смотри, на вторичном рынке он может торговаться примерно 600-700 тысяч рублей. Тебе его оценят, ну, условно, за 580-620 тысяч рублей. Ты скажешь, блин, ну, это же дешевле, чем я могу продать самостоятельно. Но не забывай о том, что тебе плюсуют бонусом 50 тысяч за сдачу автомобиля в трейд-ин. Эту скидку дает не дилер, эту скидку дает производитель, так называемая программа лояльности. У тебя по машине наверняка будут различные косяки, какие-то царапины, ссадины. Ну, сам понимаешь, 5-7-летний автомобиль. Тебе будет выгодно его одним днем продать у дилера, уехать уже вечером на новой машине. И таким образом ты, в принципе, не потеряешь ничего. Третий вопрос, с которым ты 100% столкнешься, это доп. Оборудование. Как правило, всегда покупая новый автомобиль, менеджер по продажам приглашает тебя пройти к другому менеджеру, который тебе расскажет обо всех возможных функциях до установки доп. Оборудования на твою малышку. И не стоит, конечно же, забывать то, что у дилера цены бешеные. Так, например, защита картера у них стоит порядка 10-12 тысяч рублей, а в соседнем магазине ты ее можешь купить за 1500-4 тысячи рублей. Все зависит от материала. Также коврики. Они у них стоят порядка 3-4 тысяч рублей за комплект, ты их можешь купить за 1,5-2 тысячи. Здесь я продолжать не буду, важно понимать одно, то что на доп. Оборудование скидку можно выбить как минимум 50%. А сейчас я хочу рассмотреть самое лучшее развитие событий именно для дилера. Когда ты приходишь в салон, тебе говорят, рассматривайте покупочку в кредит, а ты им заявляешь, да, конечно, у меня как раз с собой 1700 рублей, остальную сумму я хочу взять в кредит. И тебе эту сумму тут же одобряют. Потом тебе предлагают оформиться каско, ты берешь ее, соглашаешься с их ценой, даже не торгуясь. Далее ты проходишь в отдел дополнительного оборудования и там набираешь чего-нибудь тысяч так на 70-100. И со всем этим ты даже не собираешься торговаться. Вот это будет настоящее бинго для менеджера по продажам. Ты увидишь, как у него поднимется настроение, как он начнет крутиться вокруг тебя, предлагать тебе чашечку кофе, напевать различного рода мелодии серии «Нарирарирай». У него будет прекрасное настроение, ты будешь его клиент дня. Но даже в этой ситуации не стоит терять голову. При соблюдении всего вышеперечисленного ты также можешь получить хорошую скидку, которая будет далеко за 150 тысяч рублей. Таким образом, теперь ты знаешь реальное состояние дел на весь модельный ряд компании Mazda. Если я что-то сказал не так или тебе есть что добавить, обязательно пиши в комментарии. Я хочу обратиться ко всем владельцам автомобилей Mazda. Напишите, пожалуйста, в комментарии год, в котором вы купили автомобиль, комплектацию и цену прайсовую, и по которой вам удалось забрать. Возможно, что-то вам подарили из подарков. Это наверняка будет интересно почитать даже вам самим, а также потенциальным клиентам, которые хотят вступить в наши ряды. У меня на этом все. Ставьте лайки, ставьте дизлайки, пишите ваши комментарии. До новых встреч. Всем пока-пока.